Новое ДТП с участием полицейских. Авария произошла вчера вечером в Ивано-Франковске. Машина, в которой находились четверо патрульных, все в нетрезвом состоянии, выехала на встречную полосу и протаранила легковушку. В результате пострадали 7 человек. Подробнее наши корреспонденты. ДТП произошло вот на этой улице в Ивано-Франковске. Объезжая островок безопасности, автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу, по которой в это же время проезжало авто БМВ. Произошло лобовое столкновение. От удара обе машины буквально сплющило. В результате аварии пострадали пассажиры обоих автомобилей. С травмами различной тяжести они были доставлены в областную больницу. Поступило трое хворих, которые у нас госпитализованы. Один госпитализованный в нейрохирургию, один госпитализованный в травматологию и один госпитализованный в реанимацию. То, что в реанимации, он в тяжком состоянии, в средней тяжести. За рулем «Жигулей» находился 25-летний парень. Он и трое его пассажиров – сотрудники патрульной полиции. Сразу после аварии всех проверили на наличие в крови алкоголя. У всех четверых результаты оказались положительными. Это подтвердили в городском управлении полиции. Однако отмечают, на момент аварии они были не на службе. Всех участников ДТП алкогольное сп'яніння присутнє у всех. За результатами этого расследования будут відповідні дії, притягнення до відповідальності. Наразі на час проведення досудового розслідування і службового розслідування четверо працівників відсторонені від несення служби. А вот пассажиры автомобиля БМВ были совершенно трезвыми. По факту ДТП в областной прокуратуре открыли уголовное производство. Патрульному, который был за рулем «Жигулей», грозит штраф с возможным лишением свободы до 3 лет. Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковск.